В 10 сел Харьковской области общественным транспортом больше не доехать. С апреля автобусные маршруты попросту отменили. И дело не в дороговизне. В чем причина и как люди, собственно, добираются? Теперь расскажет нам Светлана Шекера. Эта остановка в Подвысоком зарастает травой. Жителям села приходить сюда больше незачем. Автобусные рейсы на Харьков вот уже 2 месяца как отменены. А все из-за огромных ям на дорогах. Весной едва не перевернулся рейсовый автобус. Он там колись как завис серед дороги, так страшно было. Бугор який завис, и ни сюда, ни туда. Так они и отказались, сказали, мы сюда ездить не будем. Легковые машины, молоковозы и сельхозтехника объезжают по обочине. Кому надо, в областной центр едут на попутках или идут пешком 6 километров до трассы. Дальше ловят проходящий автобус. Вместо 2 часов путь в Харьков теперь занимает почти 5. Катастрофа, что называется катастрофа. До Мирного, до поворотки 12 километров. Вывозим на машинах. А дальше автобус идет с Боровой на Харьков. Сейчас мы так, если поехали в Харьков, мы можем аж на другой день приехать. Моя дочка не успеешь. И если школьный автобус еще курсирует по ямам между соседними селами, то медсестра фельдшерско-акушерский пункт Подвысокого доезжает уже не каждый день. Тоже ж до попутками добирается. ФАПи в нашем. Коли приїде, коли не приїде, як бува, добереться. Такая же ситуация в соседних Куньям, Чистоводовке и десятке хуторов. В сельской казне деньги есть, говорит голова Подвысокого. Но отремонтировать дорогу самостоятельно селяне не имеют права, только на условиях совместного финансирования со службой автодорог. Мы на сессии с депутатами сельскими разглядали это питание и выделили, заложили кошти в бюджет, чтобы на співфінансування 400 тысяч гривен выделимо. На ремонт доріг регіонального значення, тому що нам не можна самим тут, тому що в нас вже немає ні техніки, нічого. В службі автомобільних дорог обіцяли потерпіти, осталось немного. Я думаю, що до липня місяця ми там наведемо порядок. Там надзвичайно зруйнована дорога, там зруйнована основа. Но техники, которая, как обещали в облавтодоре, еще 1 июня должна была выйти на дороги и начать ремонт, ни селяне, ни съемочная группа подробностей пока так и не увидели. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьковская область.